Ну что, пробуем. Первый заброс. Ага. Ух ты. Обглодал, но не взял. Ну это мелочь какая-то вот, видимо. Это уже радует. О, есть, 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 есть. О, неплохой, неплохой, ребята, карась. Да, вот первый неплохой карасик попался. Ну, ребят, первый гастрономический карасик. Привет, ребят. Дует такой порывистый, сильный ветер. Встал спиной к водоему. От микрофона, чтобы хоть что-то вам слышно было. Выбрался я на рыбалку. Сейчас уже время ближе к 4 дня. На торфяные лужи, так называемые. Здесь мы еще с моим дедом, с дедушкой в свое время давным-давно рыбачили. Вот. Места примерно я знаю. Сейчас вот попробовал. Глубина там вообще, не знаю, сантиметров 40 от силы. Ну, полметра. Вот, глубины нет, но тем не менее улов есть. То есть первый карасик такой с ладошку, классический. Здесь они примерно всегда такие, ну, есть больше, есть меньше. Ловлю на манку, как видели, сделал эту болтушку. Уже по практике она на растительный корм переходит. То есть вот этот опарыш, червь, ну, не знаю, не клюет. Поэтому вот болтушка. Будем пробовать дальше, смотреть. Вроде пошло, сейчас посмотрим. Ну, ветер этот сильный, конечно, и бросать неудобно. Нашел такую ямку, вот, где примерно глубина мне понятна. И вот там, наверное, он сейчас пока и будет держаться. Пока клев есть, будем рыбачить. Такая вот красота. Вот ветер просто сейчас стих. И надо бы бросать уже сейчас, потому что вот прямо порывами такими сильными. Обычно, конечно, все... Там мужики, ну сегодня будний день, там сидят, тут даже сидят, вот там на той косе сидят, там еще за этим, вот за этой картой еще одна лужа. Затем я шел, там еще вы видели, там большие такие. Ну вот это место традиционно, оно мне близко просто по душе как-то, поэтому рыбачу здесь. Сейчас вот если еще нескольких поймаю, возможно тогда и подкормлю. Потому что я, ребят, не любитель кормить рыбу, вообще прикормок этих. Если она клюет, она и будет клевать, а если нет, то хоть обкормись ее. Хотя иногда это оказывает эффект, если хоть немного есть клев, сделаю несколько шариков, брошу туда. Может, соберется побольше. Ну, продолжаем. Эх, немножко не туда, ну ладно. Сейчас посмотрим. Вот, ты выпрыгнуть хочешь, дружок. Ладно, сейчас посмотрим. Вот вроде, вот. Вот он балуется, да. Он что ли пошел? Сидит, сидит, красавчик. Так, ну это уже поменьше. Это пошел поменьше, хотя мы таких берем тоже. Будем смотреть, если будет крупные, я буду отпускать. Ну такой, ребят, поменьше маленько. Пока возьму, дальше посмотрим, если крупные пойдут, так я отпущу. Ну хоть немного стихнет, да, я хоть заброшу, потом дуй себе на здоровье. Эх, давай,
Так, ну примерно, примерно в тот же сектор бросил. Там вроде он и стоял, вот в этой ямке. Я даже не вижу вообще, есть ли поклевка хоть какая-то. Вроде что-то есть. О! Хитрый. А может там кусты, это я перепутал. Ветер, наверное, 8 метров, если не больше. Я жду такую паузу, затишье, чтобы хоть бросить нормально. Да уж, бросок неважный. Очень неважный. Ну, хоть как-то. Он вроде ж поклевывает. Хороший вроде. Да, неплохой, ребята. Очень хороший. Вот это неплохо. Опять гастрономический. Чисто с ладошку гастрономический карась. Ну, красота. Вот даже в такой ветер. А заглотил ты как, а? Ну-ка, стой. Этот даже покрупнее. Вот этого малыша я, пожалуй, отпущу. Раз такие у нас. Ну, да, он такой. Хотя, конечно, можно и взять. В принципе, ладно. Плыви давай, дорастай. Мы еще наловим. Ушел, красавчик. Мы вот крупняк. Вот уже два есть. Еще, конечно, для жарехи рановато. Ну, сейчас третьего, если поймаю, можно будет и прикормку бросить. Пару шариков. Во! Вот, давай. Бери. И выплюнул, да? Взял и выплюнул. Но мы его знаем, этого хитрого карася. Сейчас, подождем. Сейчас. Главное не спешить. А может, уже и слямзил. Так, а вроде уже и поплавок. О, вот, это вот все. Нет. Рано, ребята, рано поспешил. Вот так вот. Во, ветерок стих. Отлично, вот в нашу ямку туда. Прям четко как надо. Так. Вот. Не, стоп. Вот он плюнул, вот он выплюнул. Знаем мы этого карася. Взял и выплюнул. О, вот сейчас вот есть. Не, ну смотри, что делает. Вот хитрый. И съел все. Ну, ребята, вообще, вот хитрый. А вроде ж повел-то хорошо. Ну, это я опоздал, видимо. И все объел, естественно. Ну. Вот такая она рыбалка на карасика. Забавная, интересная. Вот такой он хитрый у нас тут. Карась местный. Ну, давай. Пока ветра нет, ветерок стих. Прекрасно. О, прям куда надо. Во. О. Во, вот он. Ну, мелкий, видимо. Даже сошел. Да, мелочь это была. Не так хорошо подсекся. Да, и по жесткому. Вот когда берешь, прям не чувствуешь такого напряжения. Мелкий.
Ну, мелкого мы все равно отпустили, а так сошел и ладно. Не засекся, и слава богу. Есть вот у меня прикормка такая, карп, карась, сазан. В общем, определили, что карасик тут есть. Трех поймал, одного отпустил. Можно попробовать ее, маленько его подкормить. Сейчас поменьше вот так, наверное, воды сделаю. Вот такая она сыпучая. Вот три шарика таких получились. Сейчас заброшу, перезаброшу и туда к поплавку подкину. Вот хорошо. Сейчас прям хорошо было. Прям сразу. Ну, практически ровно. И подальше туда. Ну, этот уже покрупнее, а я тут сижу, мюсли ем. Покажу сейчас. Чуть-чуть покрупнее, но все равно, конечно, от тех экземпляров до тех экземпляров не дотягивает. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Пока берем, там будем смотреть. Вот это хороший. Ох, да, вот это лапоть хороший. Ну так, такой же гастрономический, ребят, с ладошку. Прям где-то даже покрупнее. О, ну. Ну такой он, ребят, с ладошку вот здесь и идет, в принципе. Подошел. Все-таки, наверное, эта прикормка так или иначе работает. Так или иначе, она как-то сработала. Вроде бы он подошел сюда. Хотя на такой рябе, конечно, ловить очень сложно. Вот он есть. Вот он идет, идет. Давай. Ну, такой же практически. Вот оно пошло дело вроде. Чуть поменьше. Ну да, примерно вот здесь вот. Так, 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 так. О, да ну, я только забросил, ребят. Ну, этот поменьше. Этот, конечно, поменьше. Этот малыш поменьше будет. А, наверное, того же, которого я отпустил. Причем, давай аккуратненько. Вот он тут побитый даже. Плыви дальше на дорастание. Ты нам не нужен такой. Так, ну давай, ловись, рыбка. Большая и маленькая.
Да, вот сейчас вот прям отлично. Прям куда нужно. Свечу еще сделал, ё-моё. Давай, 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 давай. Вот он, красавчик. Вот это красавчик, ребят. Ну, ребята, вот это уже поинтереснее экземпляр. Вот это красавчик, конечно. Как тут вы, ребята, красавцы. Вот, ребят, хотел показать. Я вот такой вот клюквенный кисель взял в магните. И там же, сейчас как бы тут не рассыпать их. Вот я вам говорил, чем я балуюсь. Тут такие мюсли. То есть, пачку бы не рассыпать эту. Вот, уже тут порвалась, конечно. Вот такие мюсли взял. Тоже в том же магните проезжал тут проселочный магазин. Мюсли запеченные с орехом. Ну, вот это такая вкусняшка прям вообще. По акции продавали, взял. Прям идут отлично на такой вот перекус, на рыбалочке. И кисель прям натуральный, очень вкусный, на редкость. Росагроэкспорт. Десерт фруктовый. Классная штука. Ну что, а у нас, наверное, там уже все съедено. Я пока с вами тут заговорился, ребят. Ну вот такие мелочи едешь в машине, когда там на дальнее, может, расстояние взял. Я еще орехи, но орехи дорогие на рынке, если только брать. А вот эти мюсли, ну, кисель или воду, там я минералку беру. Вообще, во, отличную. Прям как эти, как семечки. Ну, я, наверное, сейчас перезаброшу. Он уже быстрее там все сожрал. В общем, сейчас покажу. Пока что у нас есть поближе. Ну, вон они там плавают. Я даже пока не считал, там сколько штук, 6. Ну, вот это уже на жареху нормально. Так что, еще нет, мы еще посидим пару часиков точно. Такой, не знаю, по-моему, ну да, такой мелкий карасик. Это давай-ка, причем поклевка-то такая, вроде на месте стоит. Как-то не жадно он хватает. Ладно, давай, малыш, плыви на дорастание. Давай, приведи нам крупного. Ну что, такой же, такая же мелочевка пошла. Есть, ребят, но опять мелочевка. Ну что ты будешь делать? Давай, отцепляйся уже. Сейчас, ребят, вот поинтересней стало, хоть и мелочь, но
вот еще раз скажу, я не любитель вот этих всяких штук, но прикормок этих, ну, вроде какой-то эффект есть. Вот это вот все, вот эта вот игра и продолжается. Ну, есть. Не знаю, ну, вроде бы. Да не, ну, покрупнее, но все равно. Да не, не, этот покрупнее. Да нет, этот пойдет. Этот, ну, так, примерно, он чуть меньше, чем остальные, но пойдет, тоже пойдет. Ничего, нормальный. Этот тоже на жарюху пойдет. Вполне себе, как семечки. Ух ты. О, мелочь. Сидит. Ну, покрупнее маленько. Да, нормально. На сковородку дотягивает. Пойдет. До сковородки дорос. Тоже такой примерно с ладонь, чуть меньше, чем те крупные. Ну, конечно, это не астраханские, которые с две ладони, но у нас, ребят, вот так вот. Ух, это я круто вправо дал, а там он не клюет обычно. О-о-о, есть, сидит. И вроде неплохой. Ну, это так кажется, конечно. Вроде неплохой, ребят. Да, ничего, нормально. Вот, вот классика жанра. Гастрономический, то, что надо. Ну, вот это вообще. Вот опять пошло дело вроде бы. Не, этот уже нормально. Ладошечный карась. Сковородочный нормальный вариант. Вот он, вот. Есть. Есть, ребят, сидит. А вот какой, ну, о, ничего себе, это как, а, перехлёст, ну, маленький, маленький совсем, ну, малыш, ну, куда такого, ну, куда его, ну, давай. Вот, 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 это хорошо прям, о, хороший, наверное, повёл. Ох ты, и под конец сошёл. Да это я уже, честно говоря, заигрался и не подсек его нормально. Ну ладно, бывает, ребят. Но клюнул хорошо прям. Сейчас вот на вот этот золотой час, когда солнце еще не до конца зашло, и вот до заката еще где-то, ну, час-полтора остается. Вот сейчас хороший клев должен быть. Неплохо. Неплохо, ребят. Ну, вот того, что я и ждал, в принципе. Чуть-чуть поменьше, чем у меня ведерце, но тоже ничего. Вот на золотом часе. Вот оно. Вот это хорошо сейчас было. Вот он его взял. Ух ты, прямо из воды аж выпрыгнул. Ну ты смотри. Вот что делается. Опа, стоп. Иди сюда, иди. Чуть-чуть он меня размотал. Ничего, тоже пойдет. Тоже хороший. Ну давай. Вот он мелкий сидит. Вот она мелочевочка. Закатная. Это вообще малыш такой. Ну и куда ты еще? Как мне тебя теперь? Давай сам там, я не знаю. Он лежит теперь. Ну, я ж
Даже сапоги-то не одевал. Ё-моё. Давай, давай, давай. Вот туда, правильно, правильно, давай, давай. Ну, что ты там не уплываешь-то? Молодец. Хлопот-то мне создал. Крайний забросик. И буду я сворачиваться. Такая пауза. И потом еще, может быть, она там... Закат, конечно, потрясающий, ребят, сейчас. О, ничего себе, стих. Вот же ж. Ну, это вообще, ребят, это вот прям под конец мне. Ух ты, какая красота. Ну, вот они тут стандартные такие идут. Ну, это ж вообще красота-то какая, а. О, ведро-то такое прям. Ага, хочет выпрыгнуть. Я понимаю, ребята, ну, придется вам маленько подождать. Сейчас мы воду сольем. Ну, ребят, как вам? Есть и покрупнее, прям хорошие экземпляры. 11 вот таких вот красавцев. И, конечно, вот эти закаты. Это потрясающе. Вот я почему всегда люблю на охоте именно вечерку, потому что каждый раз они разные. Вот такие вот красивые пейзажи я регулярно наблюдаю, чего и вам желаю от души. Что ж, ребят, вот такая рыбалка получилась сегодня на вот этом вот прудике замечательном, на этих вот торфяных лужах, я их называю. Это такая сеть здесь, большая такая сеть вот этих вот торф-карьеров, где я, в принципе, тут недалеко и охочусь по осени с чучелами на уточку. Не знаю, я, конечно, не знаю, как вы, я люблю больше, конечно, спортивную вот рыбалку, то есть на хищника. Воблера там, эти резинки, всякие мэпсы и так далее. Но вот эта вот рыбалка, именно поплавок, простейшая снасть, болтушка там, манка, я не знаю, червь, опарыш и так далее. Это вот у меня с детства, как еще дедушка мой водил меня на рыбалку, тоже учил чему-то. Вот прям она для души такая. Сидишь себе спокойно, смотришь на этот поплавок, который вон у меня сейчас надо сворачивать. А может, там что-то сидит, да, я думаю, что уже все быстрее съели. Мужичок уже тоже, он пошел там по дамбе туда, в сторону грейдера. Потянуло с полей таким чем-то приятным. Чибисы вот эти здесь у нас постоянно. В общем, ребят, это просто рыбалка для души. Она такая, что доступна, в принципе, каждому. Ну, снасть, господи, она копеечная. Вот эта катушка там еще старая, советская. Вот эта шестиметровка у меня, есть 5 метров там, они стоят тоже копейки. Ну и манка, господи, набодяжили себе. И приходи, рыбач. Она доступна, ну, я не знаю, практически всем. И приносит такое вот прям удовольствие, особенно, конечно, когда клюет рыба. Вот, прям сидишь, любуешься на этот поплавок. Да, сегодня такой ветер стоял, не знаю. Надеюсь, вы также созерцали эту природу, рыбалку, как и я сегодня. Спасибо, что смотрели, ребят. Большущей вам удачи. На фоне вот такого красивого заката я с вами прощаюсь. И пока, увидимся. Так, ну все.